Волонтерство было и остается одним из важных направлений работы с молодежью. Проект «Маяки дружбы» существует уже несколько лет. Он объединил активных и любознательных ребят из разных регионов страны. На пресс-конференции его участники поделились своими впечатлениями от посещения новых мест. Ведь каждый уголок нашей необъятной России имеет свою особенность, а путешествия расширяют кругозор и помогают обрести новых друзей. Именно поэтому девиз волонтерской команды звучит так: «Помогай, познавай, рассказывай, дружи». Познавать для ребят, которые приезжают с центра России, с Москвы, из Санкт-Петербурга к нам на Кавказ, грубо говоря, нельзя передать их эмоции, которые они испытывают при одном лишь пейзаже этих гор, при взгляде на эти большие многовековые фамильные башни, которые нуждались в очистке, в облагорожении, то есть на это и был нацелен проект. То есть волонтерский труд в обмен на просвещение. Программа посещения чувашской земли тоже была очень насыщенной. Ребята приняли участие в экологической акции, посетили несколько музеев и познакомились с разнообразной национальной кухней. Конечно же, в наше время технологии стирают все границы между странами и регионами. Однако без обычаев и традиций народ теряет свою самобытность. По словам участников проекта, волонтерская деятельность затягивает и становится для молодых людей образом жизни. Ну а главной наградой для добровольных помощников является, конечно же, улыбки и благодарность. Студентка Московского государственного психолого-педагогического университета Вероника Киршбаум уже давно услышала о проекте «Маяки дружбы» и решила к нему присоединиться. В шутку нас иногда называют «Маяки дружбы», потому что, съездив один раз, ты делаешь все возможное, чтобы освободить вот буквально эти 2 недели в августе, чтобы потом снова побывать там, снова познакомиться с новыми ребятами, потому что каждый раз новый состав, каждый раз разные командиры, участники, руководители, вот, каждый раз разные регионы. Ты приезжаешь, удивляешься, запоминаешь, откладываешь это вот, ну, где-то внутри себя и в следующем году готов снова впитывать какую-то новую информацию. Каждое путешествие для ребят – это новые впечатления и новые эмоции. А для того, чтобы не упустить ни одной значимой детали, молодые люди вели дневники. С каждым годом «Маяки дружбы» горят все ярче и дарят свой свет. Кстати, стать волонтером на самом деле совсем не сложно. У проекта есть свой портал, где можно узнать всю интересующую информацию. Дружная волонтерская команда с радостью примет свою семью новых участников. Елена Яковлева, Антон Небытов, «Жизнь столицы».